Вот она стала весна, идет полным ходом. Друзья, а вы сегодня увидите наших почти всех любимцев пернатых. Также немножко с вами пройдемся, ну совсем чуть-чуть. Покажу вам кое-что интересненькое. Птицы летают. Вот еще одна тут полетела. Не знаю, что за птица. Не знаю, что за птица, потому что наш Еше наконец-то улетел в космос на своем шаттле. Он присылает видео красивые, где он там летает между звезд. Всякие иные цивилизации ему машут ручкой из своих космолетов. В общем, смотрите сами. Приятного просмотра. Пошукать. Ой-ой-ой, вяхерь очень близко. Что делать? Нападение. Нападение вяхеря. Сейчас он отвлечен. Отвлекся на что-то. На заколку. Или на ручку. На ручку отвлекся. Это меня спасает. Все, ребята, он мне перекрыл ходы отступления. Кстати, вот могу похвастать, у него на левом крыле уже вовсю меняются махи. То бишь сломанные выпадают. И растут уже красивые, нормальные, взрослые, вихериные махи. И головушка у нас такая немножко потрепанная. Там тоже происходит смена. Хвост у нас пока, к моему большому сожалению, не меняется. Но хвост это вообще такая история длительная. Ну что делать? Будем ждать. Хвост меняется не так, как перышки на крыльях даже. Поэтому, ну что ж, будем ожидать. Вот и прянька. Ой-ой. Пунч. Не стали мы ему так перья убирать на правом крыле. Они его не беспокоят вроде сейчас.
И чтоб птичку лишний раз не травмировать, решили, что пусть так будет пока что. Не любит он камеру прям вообще. Шепуше помогает. Прыгнул сверху. А это я вот сейчас в лесу такой посох нашла. Ну, он явно, конечно, тронут человеком. Видимо, это была, может, елка на Новый год. Может быть, на лапник, знаете, срубили и лапник взяли, а вот этот остов, скелет оставили. Ну, мне он, конечно, пригодится. Так что посох идет со мной. Ребят, тут хотела показать. Посмотрите, какая красивая резьба по дереву. Конечно, не очень видно хорошо, но тем не менее. Очень красиво. Ну, просто это от меня не так близко, как хотелось бы. Снимаю через двор. Вот, поэтому вот на таком приближении примерно так это смотрится. У нас есть еще один дом с просто с шикарной резьбой. Я тоже его покажу чуть попозже. Пришло две посылочки. Вот, одна из них аж из Казахстана, от нашего зрителя канала. Зовут его Евгений. Большое ему спасибо. Я публиковала пост о том, что необходим мне статин, потому что сейчас у нас его сложно купить очень. Вот. Ну, собственно говоря, два человека откликнулись. Это Ирина и Евгений. Вот эти две посылочки. Сейчас вам все покажу. Вот, друзья, долгожданный нестатин и небольшие сувенирчики для людей, не только для пернатых. Без нестатина нам, конечно, очень тяжело, вообще прям никак. У нас Гулечка постоянно на нем, вот, поэтому для нас это жизненно важный препарат. Огромное спасибо Евгению и Ирине, что откликнулись на мою просьбу ВКонтакте. Вот. Вот просто спасители наши. Спасибо большое. Нам пришла вот такая посылочка. Сейчас будем вскрывать. Сейчас будем все вместе вскрывать. И в этой посылочке тоже нестатин и вкусняшки. Вкусняшки, естественно, для нас. У пернатых свои вкусняшки. Вот такая радость. Все, теперь с нестатином можно пока расслабиться. Вот, мы счастливы. У голубки все есть. Она теперь нестатиновый магнат. Ну, если кому-то из птиц понадобится, то тоже милости просим. Так что пока что живем. Спасибо, 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 дорогие зрители, дорогие друзья. В который раз вы выручаете меня и моих питомцев. Космический сизарь. Ешепуше наконец-то улетел в космос на своем шаттле.